Всем привет! Меня зовут Екатерина, и сегодня я хочу вам показать, как делать вегетарианский суши-ролл с этими замечательными ростками брокколи. Для этого нам понадобятся, собственно говоря, ростки брокколи, морковка, авокадо, огурец. Если вы хотите, вы можете добавить рис, если не хотите, можно без риса. Я немножко риса добавляю. Ну и, естественно, вот эти замечательные пластинки суши-нори. Сейчас я вам покажу весь процесс, как это делать. Получился такой замечательный ролл. Сейчас я его разрежу, и вы увидите, что получится. Ну, собственно говоря, вот так вот это выглядит. Поверьте мне, с соевым соусом просто фантастика. Невероятно, очень вкусно. Ну и, конечно, можете добавить рыбку, можете добавить немножко сырочку Филадельфия, если вы любите. Но если вы истинный вегетарианец, то, конечно же, это суши для вас. И ростки, они дают все, все незаменимые ингредиенты. Витамины, минералы, питательные вещества. Все, что вам нужно, находится в ростках. Поэтому не забывайте их положить обязательно в ваши суши. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!